В турецком курорте Мармарис возник лесной пожар. Огонь распространился в сторону отелей. Местные власти эвакуируют туристов. На кадрах записи видно, что гореть начинают деревья на склонах холма неподалеку от населенного пункта. Вместе с тем власти провинции Мугла утверждают, что пожар не представляет угрозы для людей. Очаг быстро увеличивается, возгорание тушит с земли и воздухом. Причины пожара пока неизвестны.